Приветище! Это поезд пустоты! Ну, по крайней мере, в будущем это будет поезд. Сейчас же это дрезина, вот такая вот полуразваленная, полунедоделанная. В прошлой серии я добавил себе дополнительную платформу, перенес сюда все основное свое производство. Удлинил саму дрезину. Тут теперь нужно все обшить древесиной. И поиграли мы с тобой вот в этот автомат. Я добыл две монеточки. Ничего толкового не выпало с автомата. Короче, что я тебе рассказываю? Если что, посмотришь прошлую серию. Минуты две я тут бегаю. Все вот в этом здании. И как-то... ну, вообще нифига. Это как так называется? Эти бандюганы здесь ничего не могли оставить мне? Пожевать хотя бы корочку старого хлеба засохшего. Крошки от колбасы. Я шахрип. Вот тут здесь... о, слава богу, хоть деревяшечку оставили. Ну, собственно, все. Как бы больше здесь ничего и нету. Поехали. Чем мы будем тратить свое время? Так, давай мы немножечко остановимся. Сделаю это я для того, чтобы не пропустить ресурсы и залатать нашу новую удлиненную платформу. Достаем книжечку. Выбираем деревянный пол, и на него мне нифига не хватает. Нужно побольше древесины. Ну что, я думаю, что пора отсюда ехать. Здорово, пузатик. Но он все равно такой милый, хоть и зубастый, и страшный. Но буду звать его пузатик. Отошел от моей дрезины. Негодяй, пухленький. Пустоточки. Промахнулся. Повторяю, о, там древесина, там металл, там все было, я все просрал. Пока готовил. Мне нужен шеф-повар, срочно. Пока я тут занимаюсь своими поездатыми делами, мне нужно, чтобы повар готовил. Так, напоминаю, что в пустоточек я стреляю по одному выстрелу. Если промахнулся, то промахнулся. Не портануло. Если попал, то собираешь с них все, что ты имеешь. Так, задним ходом отъезжаем назад. И у меня, в принципе, уже карманы забиты. Надо все скинуть. Скинуть. А у меня все сундари тоже забиты. Господи, что же делать? Так, куда все воткнуть? Опаньки. Здесь рядышком поставим. Но это меня, конечно, вообще накрывает... сверху донизу я начинаю говниститься, потому что... ну, потому что как так? Стой, подожди. Подожди, давай, доставай ствол. Пусто, ничего нет. Как так? Почему в ящиках всего по три слота? Это прям меня вымораживает. Железный слиток нужен и древесина. Древесина. Так, еще летят. Промахнулся. Ничегошеньки, не досталось. Ты что там? Спрятался. Сейчас-то с тебя, надеюсь, выпадет что-нибудь дельное. Он застрял, кажется, да? Ну так мне интересно, ну ладно. Учитывая, что ты погрыз мою дрезину, то тебе хана. И вот если бы ты ее не грыз, пустоточки опять промахнулся. Прям вот впритык летели. Как так можно было промахнуться? Еще летят. В упор. Прости, дружище. Но они что-то в последнее время мне ничего не дают. Наверное, обиделись. Надо подношение какое-нибудь замутить. Отрезать пол ноги и это. А. Зажечь на костре. Такое подношение, надеюсь, подойдет. О, жирок, жирок. А я даже не видел, что тебе жир выпал. Не зря я тебя пухликом называю. Где древесина-то? Нет древесины. Поехали отсюда, поехали. Опа! Видал, да? С прицеливанием. Вот так вот немножечко сделал. Прям как в КС-очке. Мне, кстати, кто-то говорил, да что такое, почему? Давай вот этот лед съедим. Хватай деревяшку, нет! Меня засосало. Моя же веревка. Вот еще деревяшка. Успею, не успел. Да что такое-то? Задний ход придется сдавать. Я так запарюсь ехать. Гляди, кто тут к нам прилип. Пассажир, безбилетник. И даже ничего с собой не принес. Жиды какие-то в последнее время попадаются. Ничего не дают. Вот и первый ящичек. Вот и второй ящичек. Перекидываем все барахлишечко сюда. Ну вот, хоть как-то подразгрузил свои штанишечки, кармашечки. Теперь нам нужно заняться полом, ну а дальше исследованиями. Пустоточки есть? Что, привезли мне что-нибудь? Нифига не привезли. Достал древесину, с полом закончено, переходим к исследованиям. Итак, исследовательский столик. А, точно, вот эту штуку уж надо было сделать. Хорошо. Так, проволоку сделали. И теперь исследуем вот эту приманочку. Что же это такое? Скоро мы узнаем. О, туториал, смотри. Рофлима.
Давай почитаем. Рофлема. Это не просто питомец, это полноценный член команды. На каждый вагон может быть по одному рофлема. Они бывают разных специализаций, поэтому старайтесь грамотно комбинировать свою команду глазастыми помощниками. Он будет, значит, например, шеф-поваром или еще кем-то. Круто! Надо его сделать. Сейчас соберем все ингредиенты, и будет у нас помощник, питомчик. Странно, конечно, что питомец выглядит как живой, а делаем мы его из говна и палок. Ну и вот серьезно, ты посмотри, сейчас я тебе покажу, где у нас стол этот создательский. Стопэ, назад я не хочу ехать, я просто притормозить и хотел. Вот так вот, стоп. Вот смотри, создать. Он у нас же где-то здесь будет, нет? А где этого чудика это делать? А, вот, насест рофлема. То есть мы делаем насест, а он как воробушек на этот насест должен прилететь и сесть, видимо. Вроде бы как собрал все для насеста. Сейчас посмотрим. Ага, точно. И нужно грамотно его куда-то поставить. Рядом с нашей кухней. Опаньки. Насест готов. И сюда, видимо, найдите рофлема в одном из депо и поселите его в насест. А, они в депо обитают. Прикольно, смотри, тут еда такая, тут питье у него, стаканчик стоит. А здесь вот я не знаю, что будет лежать. Может, я его буду иногда убирать в коробку эту? А вот и депо. Давай-ка поднажмем, чтобы поскорее туда залететь. Ужасная дрезина, вот серьезно. Сколько бы сил я не прикладывал, вот как бы быстро я ее не давил, все равно дрезина едет медленно. Мы прибыли в депо, юху. Нужно найти здесь... Сейчас мы, конечно, вражин здесь встретим, они тут есть, вон они идут. Здорово. Я тебя даже вычислил в тени издалека. Черт. Ого, и там, и тут, и везде, и повсюду. Рофли. У вас здесь есть питомцы? Монеточка выпала, забираем. Сейчас поиграем в автоматик. Ух ты, как больно-то. Прям в глазах закровило. Да вы мне в черепуху, я вам в черепуху. Что-то я, кажется, мазю. Есть. Хедшот. Дабл килл. Монстр килл. Кстати, я не знаю, давно в КС-ку не играл, в новой КС-ке эти озвучки еще остались или нет? Все, со всеми расправился. Вот эти штуки надо пособирать. Не знаю, для чего их собираю, эти модули. Говорят, что можно апгрейживать оружие, но как? И когда я смогу это делать? Знаешь, что меня прикалывают еще и вот эти бандюганы? Их пинать можно, как футбольный мячик, смотри. Ну все, пойдем отыграем свою монеточку. Что ж нам выпадет за один жетончик? Свинья? Три свиньи дают. В смысле, три свиньи должны дать какой-то модуль оружейный. А, вот дали. Ого, забираем. Я думал, типа, три свиньи, это значит, нифига ты не получишь. Я уж думал разнести этот автомат. Так, ладненько, давай посмотрим, как мы можем апгрейдить. О, стой, это что? Это что здесь было? Какой ты прикол. Это песик? А почему ты в хэллоуинской раскладке? Это не песик, это как раз таки рофлема. Какой ты забавный, давай возьмем тебя. У меня как раз для тебя местечко есть. Почему я так неудобно клетка держу? Рофлик, у тебя теперь есть новый домик. Вот сюда, садись. Что-то сюда не ставится, может рядышком где? А, точно, клетку рядышком надо поставить. Окей, вот. Но мне-то нужно, чтобы ты вот сюда сел. Как-то организовать. Разместить. Выбросить. Нет, выбрасывать я ничего не хочу. Ладно, короче, с этим пока сложности. А сейчас посмотрим, что мы можем сделать для своего поезда. Надеюсь, что это будет нормальное улучшение, а не удлинение нашего поезда. Так, пробуем. А, зажимаем. Да вы издеваетесь! Нафига мне еще длиннее поезд? По всей видимости, чтобы сделать из этой дрезины нормальный поезд, нам нужно что-то другое. Эх. Как же тяжела жизнь-то. Машинист-то. Ну теперь посмотри, скажи, нафига? Нафига мне такой длиннющий первый вагон? Я же запарюсь бежать вот так вот до дрезины, до рукоятки дрезины, трансмиссии и тормоз. Ужас. Ты тоже тут негодуешь, да? Похрапываешь. Ладно, поехали, вывезу тебя отсюда. Ну как тебе? Рофлик. Буду его Рофликом звать. Рофлима как-то, ну, не очень звучит. Вот ты и выбрался. Осталось только понять, как тебя посадить теперь вот сюда вот. Так, что по исследованиям? Давай посмотрим, что дальше. Лебедка! Нифига себе, а это что? Метательное кольцо. Уху! Кажется, что-то великое назревает.
О-о-о-о-о! Нельзя, фу-фу-фу, это кака. Не грызи ты мой полотно. А вот и слиточек подъехал, давай, значит, изучим это колечко. Я так думаю, для чего это кольцо? Для игры, наверное, с рофлимом. Сейчас узнаем. Изучили. Так, колечко есть у нас здесь? Кольцо не вижу. О, тут Уриал, метательное кольцо, смотри. Вот я метаю туда. Метательное кольцо... Пошел вон. Короче, много букв, я тебе вкратце расскажу. Метаешь кольцо и к нему подтягиваешься. Вот и все. Рофлима, ты собираешься оттуда вылезать? Как тебя вытащить? Может, молотком? Не, никак. Да чтоб тебя! Сраный пухляш! Задолбал! Черт подери. У меня даже древесины нету, чтобы чинить свою дрезину. Кстати, я знаешь, что заметил, пока в исследованиях? Штопанные ты ноздри! Шел отсюда кабанчиком! Достал! Всю сейчас дрезину раскурочь мне. В общем, заходишь в исследование, нажимаешь исследовать, и здесь вот рофлиму появляется. Может быть, его как-то сюда затолкать можно, в исследовательский стол. Но опять-таки же, как его из клетки вытащить? Дилемма. Эй, ты будешь вылазить из клетки, а? Взять. Вот я его взял. Разместите. Как разместить? Может быть, реально его кинуть, и клетка сломается? Выкинься. Нет, так не получается. О! Разместил, прикинь. Получилось в какой-то веке, только у меня вот сейчас уже сгрызют вот этот вот объект. Объект разрушен. Ну вот. Козлина. Так, наконец-то я его посадил. Все оказалось просто. Но в депо у меня это не получалось. Что мы будем делать с тобой? Кормить один гриб. А где мне грибы достать? А, погоди, химикаты это же грибы, правильно? Нет, химикаты это химикаты. Получай! Блин, она еще одну мне разломала. Вот как жить-то в таком мире? Ну, надеюсь, больше их тут нет. Значит, пойдем разбираться с рофлимом. Рофлимчик мой. Переименовать. О, конечно же, я хочу его переименовать. Я просто уберу две последних буквы и будут тебя звать Рофли. Отличное имя. Осталось только понять, где грибы достать. Ладно, чё, вот эту заделываем, древесяку, и поехали. Вроде мы совсем разобрались. Будем сейчас искать грибы. Ну и, конечно, надо еще кольца сделать. Вот эти вот кольца, где они? Вот они. Кольцо готово, вот так вот оно выглядит, берем. Метательные кольца. Ага, они на кью, значит, метаются. А, это ты тут зеваешь? Он спит, милашечка. Разбудил его своими разговорчиками. Так, значит... Метаем кольцо вон туда, давай. Вон туда его метаем. Зацепилось. И теперь как мне к нему подлететь? Подожди, давай на тормоз нажмем. Господи, как далеко бежать. Ужас. Как будто через 100-500 вагонов. Вот я стою. Как мне теперь к нему подтянуться? Видимо, для этого и нужна лебедка. Я немножечко вперед уехал, да? А кольца обратно забирать можно? Вернуться на поезд. Нет, кольца забирать нельзя. Кстати, я когда к рофли подхожу, смотри, что написано. Защищает от угроз. Интересно, от каких? Настало время все-таки изучить лебедку. Готово! Исследуем лебедку. Подсказка будет... О, туториал, лебедочка. Ну да, действительно, она для колец. У вас появилась лебедка. Базовый выстрел лебедкой ММБ. При помощи нее вы сможете добираться к заброшенным поездам в Войде. А также путешествовать вглубь Войда. Офигеть, вот это да, вот это новость. Вот это я понимаю, ее надо срочно сделать. То есть я буду отцепляться от своей вот этой веревочки и буду совершенно свободен в выборе, куда мне лететь в этой пустоте. Единственная у меня первая проблемка, я не знаю, где эту лебедку сделать. Ее нигде нет, и скорее всего для нее нужен оружейный стол, который нужно тоже исследовать. Бегал я такой, бегал по своему поезду и понял, что оказывается у меня есть лебедка, просто она не высвечивается как-то странно. Как, во-во-во, смотри. Гляди, вот она лебедочка, ее даже делать-то не нужно, да ё-моё, а я там всякий оружейный стол. Короче, эта лебедка цепляется за все крючки, которые есть у меня на вагоне, вот таким вот образом. Я уже наскреб на оружейку, поэтому мы ее сейчас сделаем и посмотрим, что же там нас ждет. Насколько ты большой? А он офигеть какой большой. Ну можно в принципе его развернуть и вот сюда как-то поставить. Но неудобно будет подходить к ящикам. Ладно, оружейку поставим значит здесь. Вот так вот. Чудесно, наконец-то я смогу, наверное, оружейные модули сюда как-то воткнуть. Изменить, создать. Изменить что? Пистолет. Создать что могу? Нифига не могу, потому что нету чертежей.
Так. Давай возьмем, знаешь что? Вот у меня здесь есть вот эти вот штуки. Вот эту вот одну штучку возьмем. Видишь, они по цвету еще отличаются. Типа эпичные, обычные. Вот, у меня есть две насадки. Хочу ствол, соответственно, улучшить. У меня сейчас вот такой, могу сделать такой. Это увеличит дальность, но уменьшит скорострельность, что не очень круто. По раме что у меня? Ничего. По рукоятке. Это удобство увеличит, значит улучшаем. По раме у меня есть вот эта вот штука. Она прям значительно все увеличивает, но урон минус 3. Зато стабильность и точность у нас прибавляется. Давай так сделаем. Ну вот, у меня теперь обновленный пистолет. Я чертовски хочу пить. И нам нужно сделать несколько колец. Двойную порцию мне, пожалуйста. И видишь, под нами, вон там внизу есть островок. А, и вон там тоже острова есть. Может быть и туда. Че, 10 колец у нас есть? Есть 10 колец. Ну что ж, товарищи, давайте попробуем отсюда как-то свалить. Туда докину. Есть попадание, но далековато. А если я сделаю вот так? О, погнали. И все. Мы привязались, мы теперь далеко от нашего поезда. Офигенно. Свобода на расстоянии нашей веревочки. Ну что, погнали тогда на остров, посмотрим, что нас там ждет. Если вообще что-то ждет. Смотри-ка, я зацепиться там уже никак ничего не могу. Попробую. А, он отлетает нафиг. Понятно, то есть моя надежда побродить по острову обломилась. Это нечестно. Недолго я радовался, как говорится. Что ж, давай обратно к нашему поезду. Просто я думал, что на этих островах растут грибы. И как бы можно их собрать и покормить своего рофли. Мне вот теперь дико хочется попробовать вот это кольцо запустить в нашего пухлиша летающего, который грызет нашу дрезину, и зацепиться за него. Получится так, нет, как думаешь? Снова к депо подъезжаем. Надеюсь, там нас ждет что-нибудь новенькое. Мне вот еще знаешь, что интересно? Если я сделаю вот так. Давай, кидай. Хоп. А поезд едет. Недалеко ли он уедет вообще? А, он останавливается сразу, когда я с него слетаю. Ну, понятно. Система защиты от дураков все-таки имеется у меня на поезде. Это очень хорошо. Ну, сейчас опробуем свой новый ствол, обгрезженный. Есть здесь кто? Вообще, я пришел сюда за монетками. Хочу поиграть в однорукого Джека. Ну, в автомат игровой. Че, никого здесь нету, что ли? Тьфу ты, ну ты. Что-то как-то обидно даже, что меня никто не ждет. А тут клетка, кстати, пустая сидит. По всей видимости, если бы я сделал еще одну кормушку для рофлимов, то, возможно, он бы здесь был. Ладно, че, пойдем тогда пошаримся. Пособираем все, что тут есть. Мне вот интересно, в этих ящиках что-то есть вообще, в принципе? Сколько уже обыскивал их? Пусто. Они, видимо, предназначены только для того, чтобы я туда что-то складировал. Но видишь, что в них нельзя ничего оставлять, потому что если я оставлю в них что-то и уеду на другое депо, то все, что я оставил в них, исчезнет. Ну вот, собственно, и все. Депо быстро обыскали. Так, значит, пока я здесь, надо сразу сделать насест. Я его поставлю где-нибудь здесь. Ну и параллельно можно заняться еще исследованиями, пока мы тут тоже стоим. Готово. И исследуем порох. Исследовали. Осталось сделать патроны, но для этого нужно сделать порох. Наверное, он делается у нас где-то здесь. Порох есть? Пороха нет. Может, здесь? Нету. А где порох? В лаборатории, что ли, делается у нас, производится? Точно. Порох у нас теперь тоже имеется. И патроны мы теперь тоже умеем делать. Вот они, патроны. Именно этим стреляет ваше оружие. Да не гони мне. У меня револьвер вообще стреляет пустотными пулями, которые у меня никогда не кончаются. Я, конечно, понимаю, что эти пули для других пушек, но пока у меня их нет. Насест готов. А, медная проволока. Подожди, а я же ее сделал. Вот, вот это... Это трубка медная, блин. Все перепутал. Вот теперь точно все. Готово. Пойдем посмотрим, пойдем посмотрим. Может, он здесь появился? Да нет, конечно же. Конечно же нет. Я такой наивный. Ладно, поехали отсюда. Так, что там по исследованиям? Новенькая у меня открылась. О, грядка. Там можно вырастить, смотри, томаты, перцы, чайные листья. Странное растение. Может быть, и грибы все-таки смогу. Одежду шить научусь. Бронепластины и тренировка. Сытость. 10% максимальной сытости персонажа. Ничего себе. Ничего себе. Ну вот тогда отдельный вопрос. А где же мне эти семена тогда искать? Конечно же, на островах. А как мне туда попасть? А вот кто же их знает-то?
Так, это кто там к нам прилип? Сейчас я тебя поймаю. На тебе. Что-то себе, кожа упала. Пригодится. О-о-о, он здесь, он здесь. Так, интересно, смогу я за тебя зацепиться или нет? Вот он, вот он, вот он. Нет, за него я зацепиться не смогу, к сожалению. Ну вот, теперь я понимаю, для чего нужна органика. Не только ж ее жрать. Грядку сейчас будем делать из нее. Значит, органика у нас будет вместо земли, вместо почвы использоваться. Поставим ее сюда. И что же мы можем там создать? Показывайте мне. Грядка, рецепт. Для томата, семечки, для перца тоже. Чайные листья. Везде семена нужны. Странное растение. Неясно, что из этого вырастет. Короче, все это надо где-то находить или собирать и сажать. Рафлима мне на голову! Да это же оно! Оно самое! Эй, вы! Ой, да, я прошу прощения. Герои увидели, как неведомые огоньки манят их вглубь Войда. Что бы это могло быть? Неужели загадочные ведьминские острова, которые вознаградят лишь самого находчивого? Да неужели это свершилось? Ну, ё-моё! Я тут только костюм хотел, кстати, сделать. Я же исследовал его, да, я изучил изготовление костюмов. Так, здесь что? О, точно, здесь, здесь, здесь. Болты сейчас сделаю, у меня будет кожаный комбез, ты представляешь? Блин, еще одного не хватает, слитка. Железячка есть здесь где-нибудь? Есть железячка, но она вон там. Сейчас мы ее достанем все равно. Кидаем. Вот, и здорово. Давай, цепляйся, блин. Вот он. Взять его. Кожаный комбез, плюс один. И чё, как мне его теперь одеть? Просто вот так взять и экипировать? Помимо прочего, позволяет крепить на себя пластины брони. Ну это здорово. Все, я оделся. У меня теперь на здоровье появилась какая-то кристаллинка. Или это броня, не знаю. Ну, в общем, все, хватит тут болтать. Поехали теперь вон туда. Я там вижу камень огромный с какими-то залежами чего-то непонятного. Сейчас мы исследуем. Наконец-то что-то новое, новые приключения. А то все пустота, поезд, депо и все, и больше ничего. Так. Надеюсь, мне хватит крючков, а иначе. Короче, когда ты видишь вот такие светила, кричи мне, потому что я их могу пропустить. Когда они есть, значит что-то там интересное. О, это же растение какое-то, да? Давай попробуем с него что-нибудь собрать. Нельзя туда закрепиться. Туда. Жалко, конечно, я думал, что можно что-то с этого соскребсти, взять. Но нет, а если выстрелить? А, зацепиться можно, прикинь, за это все дело. Ясно. За такие штуки можно цепляться, окей. Я думаю, что мне сейчас придется возвращаться, потому что... Не зря же мне говорили по заданиям сделать 10 крючков. А я отправился всего с 5. Так что... Блин, я уже так далеко от дрезины улетел. Стремновато как-то. У меня последний крючок остался, если что. Как-то не хочется обратно лететь. О, что за остров? Что это такое-то? Там что-то интересное, капец как. Кидаем крючок. Зацеплюсь. Давай, ты должен зацепиться. Ты должен зацепиться. Слишком далеко. Мне вот, конечно, интересно, как я вот эти крючки так кидаю, что они втыкаются в эти каменные глыбы без молотка. Это ж насколько я мощный кидок, что они прям вонзаются в камень. Ты посмотри, они прям очень крепко держатся там. Прибыл к какому-то интересному островку. Но зацепиться за него я тоже не могу. Хм, странно. А почему? А чё ж меня тогда сюда эти светлячки вели? Давай-ка наверх тогда, вон туда. Может, сверху смогу зайти? О, тут что-то есть. А, то есть крепиться к самим островам я не могу, но зайти на них могу, как бы. Через верх. Это что такое? Это банка с чем-то? С орехами? Но разбить это нельзя. Да, интересное место. Я здесь же должен что-то найти, вот, по-любому. Я вот чувствую. Может, семечки какие-то. А есть еще где светлячки? Вон там еще один дом. Может, тут что есть, в бочках? В бочках ничего нету. Ну, вроде бы все. Я тут все обыскал, как-то пусто. В задачах написано, что нужно решить загадку. Но какую? Кто ж ее знает. Еще у меня крючки кончаются, у меня их всего 2. Это как бы вообще не круто. Вон туда можно перезацепиться. Но, походу, я это не смогу сделать. А нет, смогу.
Давай, цепляйся. Еее. Сэкономил на крючке. Давай посмотрим, что тут наверху. А, нифига здесь нету. Деревья, растения и все. Значит, мне нужно в этот домик, а потом вон в тот домик. Короче, по домам надо шариться. Вон, можно зацепиться. Еее, я зацепился. О, через доску пролетел. А, я ее сломал вообще. Погоди, можно же вот так вот сделать, да? Ну да, точно. Остается к следующему домику лететь. Там есть за что зацепиться? О, смотри, там какие-то рисунки есть. Сейчас туда отправимся. Похоже, в этот раз мне придется все-таки использовать крючок. Так. Еще один крючок в запасе. И что же тут за знаки? Кальмар, рак. Там дальше звезда, по-моему, нарисована. Деревяшечка. Ну, давай перецепимся теперь вон туда. И все. Я вроде бы во всех домиках побывал. А, еще вон там, вон туда, вниз. А это что такое? Вот она, головоломочка. Все теперь стало ясно. Так, куда бы мне зацепиться, перецепиться бы? Вот туда. Ну и что нам нужно сделать? Повернуть. Значит, звезда пусть будет. Рак, окей. Кальмарчик нужен. Вот он. Нет, не так. Может быть, звезду посередине поставить? Рак. Звезда, кальмар. Так? Не так. Давай тогда кальмар, а здесь рак. О! Получилось! И что же там, и что же? Семечко? А, я его вообще с собой свистнул. Ларцы. Ларцы являются ценной наградой. Их необходимо оставлять его и довозить до депо. В депо вы сможете раскрыть ларцы на специальных стойках и получить награду, которая хранится в них. Как правило, стойка расположена недалеко от пульта строителя. А, ну все, тогда понятно. Фух, вон он уже и поезд мой. Выбрались, добрались. Эй, Рафли, смотри, что я притащил. Рафли. Гляди, классная же штука, да? Может, там грибы будут, а? Как ты думаешь? Ну вот, теперь до депо осталось доехать. Ну что, я думаю, что на сегодня хватит с нас приключений. Мы наконец-то смогли уйти хоть куда-то с нашей дрезины, и это очень классная и радостная новость на сегодня. Плюс у нас появился классный дружочек. Конечно, я еще не понял, для чего он нам. Просто как питомец или все-таки он как-то что-то делает. В общем, разберемся в следующей серии. Если тебе понравилось, то ставь свои пальцы вверх под этим видео, то бишь лайкосы, и не забывай подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых роликов, в которых мы, собственно, и увидимся. Так что до встречи!